Кто тебя учил? В школе. Покажи мне. Я разорву его, как тузик грелку. Всем привет, я снова с вами, меня зовут Оля Шарко. В первую очередь я бы хотела успокоить всех, кто мне присылает запросы на будущее видео. Я все вижу, все читаю и обязательно запишу эти видео. Просто запросов приходит так много, что я с такой скоростью не успеваю записывать новые видео. Ну а мы продолжаем нашу рубрику «Говорим грамотно». Сегодня разберемся со словом «воскресенье». Почему-то очень многие «воскресенья» пишут с буквы «и», то есть «воскресенье» вместо «воскресенья». Да, конечно же, день недели был назван в честь воскресения Иисуса Христа на третий день после распятия. Однако сейчас это два разных слова «воскресенье» и «воскресенье». День недели пишется с мягким знаком. И, пожалуйста, не путайте, я сама не понимаю, почему, но это очень часто встречающаяся ошибка. Ну, а мы будем говорить правильно. На сегодня это все. К сожалению, сегодня не воскресенье. Но в любом случае желаю вам хорошего дня. Всем спасибо. Пока-пока.